Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TecnoSpark 10, и сейчас я покажу вам, как сделать сброс всех настроек данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система». И здесь выбираем «Сбросить настройки телефона». Далее нажимаем «Удаление всех данных» и нажимаем «Удаление всех данных». И вводим пароль экрана блокировки. И нажимаем «Удаление». И ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.